Был дождь, а сегодня получается уже солнышко у нас, вот, ничего вчера практически не сделал, болели дети, плакал, ночью не спал, плохо спали, ребенок один кашлял, у другого ветрянка, вот такая вот жизнь, еще я что-то приболел, сейчас кашляю, вот, будем стараться выходить сегодня на дорожку, то есть работать на марафон, то есть по рекламе будет обучение, то есть что касается работу буду делать, сделал основное, ну как бы пожар потушил, то есть основные проблемы увязал, успокоил, а еще получается нужно сделать много работы по обучению. Получается, новым товаром тоже работа есть. То есть будем дальше делать. То есть, ну что получается, хочу себе записать, что нужно, получается, по спорту сделать работу. Вот, много задач таких вот. Вот. По бизнесу, то что касается рекламы, настроить рекламу и пройти обучение еще одного хотя бы урока, что я и так по 5 уроков в день проходил, в принципе думаю, что перепрошел, ну надо еще сегодня доделаем, вот, ну и то что касается работы на сегодня, то есть надо будет сделать основную работу плюс новыми товарами плюс рекламу. Ну и плюс, я думаю, заехать еще на турники, повисеть на турниках для спорта, сделать спорт. Ну все, такие вот планы. Вчера пропустил из-за того, что поболели. Заболели, форс-мажор, не было вообще времени ничего делать, все больные были. Сегодня, я думаю, что все наладится.